Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки в Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Покупочки Wildberries, и это коврик. Коврик абсолютно такой же, как я вам показывала, мы купили ванну, тот же бренд, тоже качество. А почему именно он? Почему купили еще? Ну, во-первых, мы купили на кухне. Я думаю, тут по оттенкам ковра уже, в принципе, все понятно. Понравилось очень качество. Он безумно круто впитывает воду. Вот на кухню и ванну прям находка. И у кого есть маленькие дети, обязательно тоже присмотритесь. Во-первых, он практически безворсовый. Да? Во-вторых, он такой вот из такого вспененного материала. Снаружи мягкий, как будто велюрчик, а так он из вспененного материала, который безумно круто впитывает воду. Вот у меня до этого все коврики в ванной, я их замучила стирать в машинке, да, ну, потому что хочется, чтобы всегда было чистенько, свеженько, и, ну, раз в неделю, раз в две недели стираешь. Они из-за этого очень быстро приходят в негодность, осыпаться начинают, вот что Faberlic коврики, что любые из масс-маркетов, такие тканные, да. А здесь вот он именно как Эва, у него, что ли, материал, по-моему, идет, но в карточке товар можете посмотреть. Я взяла размер побольше, этот коврик у нас идет на кухню. Очень захотелось, ну вот очень захотелось, прям вообще. Так, размер его сейчас посмотрим. Я выбирала из нескольких размеров 100 на 160, и он стоил дешевле, чем, по-моему, 100 на 180 или 120 на 180. Ой, он стоил дешевле, чем 100 на 150 и 100 на 140. Я вам уже говорила, когда коричневый коврик показывала, что на разные расцветки, в разных размерах различные цены. Расцветок на самом деле море. Я долго выбирала и все-таки решила остановиться на этом. У меня недавно дети в ванной устроили вообще просто Титаник. Они играли с водяными пистолетами, и пол абсолютно весь был мокрый. И так вот тот коричневый коврик, он абсолютно всю воду впитал. Она не разошлась куда-то там под ванну, не затекла и так далее. Он абсолютно всю впитал. Я его повесила над ванной, и на утро он был уже абсолютно сухой. Они легко моются, то есть можно его прям в ванну положить, где есть сильное загрязнение, там щеточкой почистить. В машинке стирать их не надо, потому что, ну, это Эва. Очень удобно, очень классно, если есть маленькие детки, вот что-то пролил ребенок, ползать по этому коврику. Он и толстенький, и так у него толщина, я не 0,5, по-моему, или 0,6, девчонки. Но он достаточно толстый, видите? Он прям достаточно такой толстенький. Ну, в общем, сейчас откроем, посмотрим, покажу вам еще раз. Плюс он противоскользящий. Он противоскользящий, то есть вот здесь... Видите, такие точечки. То есть в ванну он у нас не скользил. Вообще в этом плане все отлично, все нормально. Поэтому мне понравилось. Соотношение цены и качества и удобства уборки, что он не будет пылесборником, что он легко чистится, моется. Вот это прям меня подкупило. Так, распаковываю и стелю. И как раз до. Наши полы до. Надо, наверное, вот так в целом показать картину, потому что... Шторочки мои ментоловые, почему-то зеленые. Потому что он под все подходит. Есть оттенки, вот чехлы, как на стульев, есть оттенки, как шторы, и все, у меня тут такое ментоловое. В общем, прям очень подходит. Кстати, как и в том коврике, есть состав. Смотрите, здесь волок, микрофибра, латексное напыление и уход за ковром. Деликатный, ну, в принципе, в машинке тоже можно, смотрите, деликатный, плюс 30, без кондиционера для белья и отбеливателя. О, как! Но я не буду в машинке стирать эти ковры, я буду в ванной чистить, потому что это гораздо проще, это удобно. Ну и смотрите, какая красота. Мне по первости смущали вот эти вот золотые полосы, но без них не было рисунка. Без них не было рисунка, чтобы вот мне понравилось. Вообще у них много разных расцветок. Вот я все-таки остановилась на этом. Думаю, у меня есть, в принципе, декор под дерево, и полы подходят к этому золоту. Поэтому, смотрите, вот такая вот красотища. Вот его размер как раз такой, как я хотела. Чтобы он особо не мешался и как перекликается с другими цветами. Но камера все равно врет, потому что снимаем на окно без света. Когда на окно снимаешь, всегда... А так расцветочку ковра камера передает правильно. Мне очень нравится. Прям красотища. Посмотрите, видите, он как вот такой вот велюрчик небольшой. Но ворса нет. Вот его нет практически. Вот такая изнаночка. Здесь как бы как силиконовые точечки. То есть его с места сдвинуть нереально практически. Это надо вот нагнуться, но рукой его подвинуть. А так нереально. По толщине, смотрите, вот такой вот он. 0,5, наверное, да, 0,5, я думаю. То есть достаточно толстый. И ходить по нему прям одно удовольствие. Но очень приятно. Вот видите, он такой вот как велюрчик. В общем, я довольна. Такой у нас красивый коврик теперь
появился на кухне. Еще что забыла сказать, он легко режется. Я в комментариях читала, когда первый коврик еще выбирала, потому что некоторые берут такие ковры целиком на комнату, целиком, у них разные размеры есть и большие, целиком на ванну, на туалет, то есть вокруг унитаза вырезать. Они очень легко режутся, без проблем, и в то же время при резке не осыпаются. Вот. Поэтому это тоже плюс. Одна покупочка очень классная, давняя хотелка. Это массажер для кожи головы. Вот так вот пришел, хорошо упакован. Это бренд Дайкман. Сейчас буду открывать, все рассказывать, показывать. Вот он. Это прибор для массажа кожи головы от бренда Дайкман. От техники Дайкман у меня уже очень много. Никаких нареканий нет. Работает годами, все отлично, все супер. И у них, пожалуй, самые интересные гаджеты. Это европейская компания. Они с 2003 года на рынке уже очень давно. И у них вся техника разработана в сотрудничестве с одним из ведущих бюро промышленного дизайна Бельгии. То есть к качеству вообще никаких нареканий. Что у нас тут интересного? У нас здесь с вами 8 насадок. Емкость аккумулятора 1200, 3 режима работы, 120 массажных узлов, количество рабочих циклов 15-16, автоотключение, таймер, то есть на 10 минут, заряжается быстро, зарядник в комплекте за 1 час, и водонепроницаемый корпус. То есть этот массажер мы с вами можем использовать как для массажа головы, так и для мытья головы. Мне кажется, очень круто будет работать с пилингом. Давайте открывать. Все достала, распаковала. У нас здесь с вами инструкция, гарантийный талон. Все подробно написано. Провод, это Type-C. Зарядочки дополнительные были в отдельном пакете. Подставочка, причем она с нескользящим вот таким вот покрытием. То есть в душе, где-то в ванной, где вам удобно хранить, пожалуйста. И вот еще одни насадки, они здесь сразу надеты, хотя они съемные, то есть они снимаются, они промываются. Это силиконовые насадочки, и очень удобно вот так вот в подставочке на самом деле прибор хранить. Смотрится круто. У нас здесь с вами три режима. Давайте посмотрим, заряжен, не заряжен. Сейчас я включу. Да, заряжен. Вот у нас кнопочка, и именно ей мы с вами меняем режимы. Вот первый режим вращения. Боже, как я хочу его уже на себе испробовать. Посмотрите, какая прелесть. У нас три режима. Низкая скорость, высокая скорость и чередование скорости. То есть сначала медленно, потом быстрее. А какая нам комфортней, такую. Вот, быстро, еще быстрее. И третья у нас сейчас будет с вами чередоваться. Классно, функционал. Вот, да, сначала медленно, потом быстро. Так, долгим нажатием, так понимаю, да, мы отключаем, возвращаем прибор обратно на подставку. Все великолепно. Материалы у прибора высококачественные и гипоаллергенные. То есть он выполнен из экологичных материалов. И массажные головки из мягкого силикона, они не травмируют абсолютно кожу, не должны. Но они действительно мягенькие прям. Мягенькие. Не травмирует кожу головы, имеет специальную форму, предотвращающую спутывание волос. То есть, если мы его используем для мытья кожи головы, я в последнее время, честно говоря, мою кожу головы с щетками. Потому что, ну, это более качественная промывка кожи головы. Во-первых, отшелушивает ороговевшие частички. В-третьих, это у нас с вами массаж, то есть улучшение микроциркуляции. Соответственно, ускорение роста волос, пробуждение волосяных фолликул, снижение головных болей, количество головных болей, да, или вообще их исчезновение, скажем так. Массаж головы – это вещь классная. Кстати, массаж головы – это очень круто для лифтинга лица. Шеи, головы – это вот прям вот если не делать, а делать только лицо, то срабатывать не будет, потому что затылочные мышцы, они тоже отличаются по тяжку и так далее. В общем, я безумно это дело люблю. Сейчас будем пробовать. Погнали. Я, наверное, на первом режиме пока попробую. Это реально кайф, девчонки. Боже. Потихонечку вот так его перемещаю. Видите, в принципе, ничего не запутывается вообще. То есть волосы он не спутывает. Мне кажется, вот затылок и шея, это прям будет самый кайф на самом деле. Очень приятно. Очень приятно, невероятно приятно. Никакого дискомфорта нет. Вот эти вот силиконовые головки, они действительно мягкие. Супер. В втором режиме хочу попробовать. Тоже классно. Смотрите, хотите прикорневой объем, используйте этот аппарат на теплые волосы после укладки. Смотрите, как волосики приподнимает. Невероятный кайф.
Ой, а затылок вообще прям мурашки. Мурашки ползут. Потому что если по коже попробовать, тоже очень приятно. Смотрите сразу, какой объем. Точно. И голову с ним мыть, и между помывками массажировать кожу головы. И еще плечики массажировать можно. Ну, вообще здорово. И еще после укладки использовать на теплые волосики. Смотрите, оп, объемчик. Класс, мне очень нравится. У кота полный расслабон. Он закрывает глазки. Не бойся, не отвлекайся от процедур. Так Ксюха говорит, видела в интернете, что такими массажерами котиков делали. А глазки закрывает, как его хорошо. Ну вообще. Девчонки, попробовала вчера в душе щеточку, что могу сказать? Ой, потрясающе, просто потрясающе мыть волосы, кожу, головы, одно удовольствие. Действительно, абсолютно не запутывает волосы. У меня ее оценили уже все, сами видели, особенно кот, да. Всем в семье понравилось, все просто от нее кайфуют. Поэтому, конечно, смело могу рекомендовать. Ссылочка будет в инфобоксе. Покупки в Wildberries, здесь прям целый арсенал у нас сегодня. Закупились, так закупились. Так, первое, что покажу, Ксюшка уже открыла. Это у нас с вами блеск. Масло для губ, прозрачный. У них в школе все накупили себе такие блески. Поэтому Ксюшке, конечно, надо было тоже. Приходят они рандомно, стоят 99 рублей на ВБ. И еще в подарок продавец кладет вот такой вот патч для губ. То есть два блеска, неизвестно с каким вкусом, плюс патч для губ за 99 рублей. Это вообще круто. Они, кстати, с шариком. Они с шариком, там внутри шарик, знаете, такой старый советский формат и разные вкусы. Тут попалась вишня и ананас. Но вишня еще есть хоть какой-то аромат. У ананаса практически никакого нету. Вот такая вот прелесть. Побаловаться, поиграться больше. Вот эти вишни и ананас. У нас практически никакого ни запаха, ни вкуса у них ничего нет. Я попробовала на себе. Ну, не знаю, мне кажется, маслица чуть разбавленная каким-то ароматизатором и все. Оттенка они, кстати, никакого не дают, хотя, несмотря на то, что цвет у них есть. Так, дальше. Вот такие вот резиночки. Это у нас с вами обычные резинки для шитья. Для чего взяла? Толстые, 2 сантиметра. У Крестюшки на одном комбизе резинка, которая на сапожке одевается, порвалась. Вот, и поэтому взяла. Взяла черные и белые. Думаю, ну мало ли, резинки, в принципе, они всегда пригодятся. Так, дальше. Гелевые типсы. Ну, вроде как гелевые, потому что отзывы в основном все просто потрясающие. Но некоторые пишут, что они не гелевые. Это лаки-блики. Набор вот таких вот коротеньких. В районе 300 рублей, 240 штук. Да, по-моему, 240 штук. Сейчас открою, покажу. Для наращивания ногтей. Буду делать первый раз, потом в следующих роликах увидите, как это все дело выглядит. Расскажу, конечно, как носится. Если будет что рассказывать, если интересно, спрашивайте потом в комментариях. Многие давно пользуются этими типсами. Я все скептически относилась к любому виду наращивания. А тут захотелось, знаете, захотелось. Взяла короткие, разных форм. Так, что у нас дальше? Ночнушка за 500 рублей. Очень интересная, больших размеров. И два топика. И лак. Черный лак бренда Foxy взяла. Хочу покрыть потом типсы черным лаком. В общем, открываю. А, еще наполнитель. Наполнитель чистый котик. Беру его второй раз, потому что соотношение цены и качества просто потрясающее. Здесь 8 килограмм. Я всегда беру силикогелевый наполнитель, он нейтрализует абсолютно любые запахи, у вас в доме не пахнет кошачьим молотком нигде. И здесь у нас алоэ вера, вот этот зелененький мне понравился, вот за 8 килограмм 700 рублей. Это нормально, это бюджетно, это выходит гораздо дешевле, чем брать другие виды наполнителей. Почему? Потому что силикогелевый наполнитель достаточно менять раз в 2, в 3, в 4 недели. То есть вы наполнили лоток, кот в него входит, а некоторые знают даже до тех пор, что там уже все не плавает. Вот я где-то раз в 3 недели меняю лоток. Никаких запахов нет, все впитывается, все отлично, все замечательно. То есть на 3 недели лоток. Вот это упаковки на 4 лотка. То есть смотрите, это у нас с вами на 12 недель, на 3 месяца. Вот этой упаковки мне хватает. Поэтому люблю и, конечно же, буду брать всегда только силикогелевый. Единственный момент, я раньше брала производитель, у него силикогель круглый, то есть кружки. Эти кружки очень быстро раскатываются по дому. То есть кот в любом случае закапывает. Да, и потом они летят, несколько штучек вылетает на пол, и круглые они могут аж до зала докатиться потом, ну, ногами там еще что-то такое, да. А вот этот вот, он не круглый, он угловатый. Сейчас я его тоже буду распаковывать, покажу. Он угловатый, вот он так не катается. То есть если немножечко там несколько штучек из лотка выпали, то в этом ничего страшного нету, как бы, ну, смести их или обратно положить, бумажкой там взять, убрать, не составляет труда, они уже так по полу не катают. Вот я его уже вскрыла, чтобы показать вам, как он выглядит. Крапинки такие зелененькие, действительно, есть такой легенький аромат алоэ, практически не чувствуется. Вот такой он угловатый, но достаточно крупный.
А у них, по-моему, насколько я знаю, ну, 10 и 15 килограмм есть. Но мне удобнее вот фасовкой по 8 килограмм брать и тащить как бы не тяжело. Производитель это понравился. Распаковала типсы и уже примерила. Ой, мне прям понравилось. Я все думала размер, потому что прям писали, что маленькие. Ну, вот эти маленькие, они, конечно, маленькие. Это прям как будто на детей. Но у всех разная ногтевая пластина. Сразу хочу сказать, она у меня очень широкая. И мне идеально подошли вот предпоследний размер. Прям идеально подошли везде. Я посмотрела, даже вот самый последний большой на самую широченную ногтевую пластину подойдет. Поэтому в этом плане все нормально. Здесь по две штучки одинаковых форм, то есть вот такая вот форма, это овал, по-моему, она мне не идет, но я взяла набором, думаю, мало ли понравится. Балерина, вот это, по-моему, вот это балерина, да, вот это забыла, миндаль, наверное, как форма называется, да, вот это мне идет. И квадрат, по две штучки их тут, то есть их много, прям вот за глаза надолго хватит, классно. А, ничего не отломилось, потому что в отзывах видела, тоже писали, что приходит, вот не хватает. Ломаются и в коробке потом остаются, они отламываются от самой вот этой вот палочки, да, от пластины. Здесь по две штуки каждого, то есть прям по две. Хочется попробовать. И вот он как раз лак Фокси, это обычный черный цвет, 287 оттенок. Бренд Фокси, в принципе, нормальный, очень бюджетный, там за 100 с небольшим можно взять лаки, базы, топы, но мне сейчас хочется базу, по крайней мере, то, что соприкасается с ногтем, использовать хорошего качества, такие, знаете, проверенные. Фокси не хочу, хотя у них базы тоже достойные, но снимается не очень удобно. А вот лаки, в принципе, уже можно любые брать. Вот взяла черный, хочу сделать черненький маникюр. Может быть, со светоотражающей сверху, не знаю. Дальше топа спортивная взяла из себе и Ксюшки. Конечно, вот тактильно, это прям чистая синтетика. Вы знаете, вот такое на теле не хочется носить, потому что у меня есть подобного плана хлопковые. Но эти были что-то прям вот за копейки, за 200 с чем-то рублей, за 280-290. Поэтому взяла Ксюшки вот такой вот светло-серый. Размер XS ей взяла, но вот ей как раз нормально будет. Такой он маленький, хорошенький, белый. Ну, какой-то, знаете, белый. Не белый, нет, он серо-сиреневый какой-то светлый. И себе вот такой серый, потому что на разные оттенки была разная цена. Но по сути прям синтетика, никаких чашечек здесь нет, это просто вот обычный топ за смешные деньги. У меня в размере 2XL, посмотрела, не мерила, конечно, на пункте выдачи, как бы по размеру вижу нормально и забрала. Теперь оба. Ночная сорочка, ну или как бы по дому гонять туничка за 500 рублей. Мне безумно понравился этот принт, я даже не открывала на пункте выдачи, честно, почему? Как бы потому что я беру всегда запасом, то есть такие вещи я люблю свободные, поэтому взяла 58 размер. Здесь хлопок 100%, вот так выглядит горловина, она немножко такая, знаете, по посадке отличается от других моделей, которые были у этого продавца. То есть она широкая, она вот так вот плечики немножко видно. Длинная. В этом плане все отлично. Мне понравился принт, понравился дизайн. Она, кстати, более темная, чем вам делает ее камера. Она темно-синяя, но она вот без камеры, без вспышки, она черная практически. То есть, ну, даже не скажешь, что темно-синяя. Широкая, рукав широкий, нормальной такой длины, как бы. Все отлично, все замечательно. Длинная, кстати, достаточно длинная. То есть я думаю, мне ниже колена даже будет. Такая свободная туничка, гонять по дому. Прикольный принт, позитив лайф, позитивная жизнь, все, все на позитиве, все супер. Померила, прям очень свободно, чуть выше колена мне, у меня рост 1,70 м практически, 1,69 м. Видите, о чем я говорила, вот такой вот, как будто приспуск есть на плечико, то есть она такая. И маечки, кстати, померила, к телу оказалось даже гораздо приятнее, нежели руками. Так что маечки вообще имеют место быть, приятненькие, комфортные. Вот даже для спорта можно было бы взять поменьше. То есть 2XL мне прям свободно-свободно. Не скажу там, что грудь болтается или еще что-то, да, нормально. Но можно было взять реально поменьше. Вот поменьше. Ксюхе нормально вообще, вот ей нормально. XS подошел размерчик. А мне надо было все-таки просто XL-чку взять. Ну ладно, все равно удобненько, хорошо так по дому гонять. Рукавчик тоже хороший у тунички, вообще все здорово. Расцветочка, мне все нравится. Достаточно свободненько везде. Здесь сидит прям красота. Ну, на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Все ссылочки, как всегда, в описании, в инфобоксе, в том числе и на массажер для кожи головы. Всех люблю, целую, всем пока-пока.